Однажды горячее солнце станет холодным, как утренний лед. Если зима жарким летом вернется, и на песок белый снег упадет. То думают филологи и психологи о смысле песни. Это она танец огня, это ее прыжок с люстры, это ее раскачивание на шторах. Вечная любовь — это скорее про страдания и испытания. Поэтому мы решили узнать у психолога Натальи Толстой, помогают ли трудности в отношениях. Некоторые провоцируют это для обновления чувств и для заводилок. Но это тоже не работает очень долго. 2-3 года, и через некоторое время даже побои тебе заводить не будут. Мужчина строит мир, а женщина строит отношения. Это она, запахи, цветочки, вкусная еда. Это она, танец огня. Это ее прыжок с люстры, это ее раскачивание на шторах. Это видно, что ей не лень. Самочка хочет, в гнезде все будет хорошо.